Здравствуйте, дорогие друзья! Но если вы видите данные на экране, то мы продолжаем проходить Альфа Полярис что-то там. Сегодня финал. В прошлый раз у нас тут была интересная горячая сцена с Норой. И как ее зовут? Нова. Он все еще здесь. Свет выключился. Все будет хорошо, Нова. Я скоро вернусь. Да, мы скоро вернемся, чтобы всех спасти. Снова кошмарики, наверное. Так. Его руки, они отрублены. Окей. Угу. Может, так заработать было? А как? Предохранителя нету от того. В смысле, ё-моё? Пускаем рычаг, тянем за дроссель. И чё? Подожди. Опускаем. Тянем. И чё? Может, сначала... Топливный бак, а топливо там вообще есть или как? Лаборатория, гараж. Thank you.
Ясно, понятно. Теперь достижение есть, ясно. То, что генератор выключился, это понятно, что его включить надо. Так, что за приколка будет? Так, любые два можете сделать. Спокойно. Так. Давайте попробуем опустить направо вниз, опустить направо вниз. И чё? Он зажёгся? Или нет? Да ёб твою мать! Почему он не срабатывает нахер? Опустить. И чё? Ё-моё. Да ты, блядь, шутишь? Что с тобой не так, нахер? И чё? Я ни хера ничего не понимаю. Как включается эта хуйня, извините меня. Чего? Ну, допустим. И чё? Что за херня, блядь?
вправо, вниз. Да ты гонишь. Право. Да не заработал он. Как этот, сука, генератор работает нахер? Да ёб твою мать! Право. Блин, ты издеваешься, что ли, надо мной? Право, вниз, рычаг. Право, вниз, рычаг. И чё? Эхо-муха. Право, вниз. Да блять! Право вниз. И чё? Дернется румблер. Чё, блядь, этой дрячильной заниматься? Я не пойму ни хера. Право вниз. Нет? А как? Как эту хуйню пройти? Право вниз, рычаг. Да ёб твою мать! Он издевается. Вправо, вниз, рычаг. Вправо, вниз, рычаг. И чё? Она не реагирует ни хера. Твою мать. Вправо, вниз. Дёрнуть. Дёрнуть. И чё? Ни хера оно не работает, блядь! С
сука, нахуй. И чё, блядь, хрена оно не работает, нихера. Право, вниз, дёрнуть. Ни хрена! Оно ни хрена не работает! И чё? Вы, блядь, издеваетесь, что ли? Как это дерьмо проходить? Блядь. Тянет дроссель, чё-то нужно. А потом... Возвращаем изначальное положение, где рычаг, дроссель, щелкаем по тумблеру. Ты, блядь, гонишь, что ли, блядь? Ты, блядь, гонишь, как это проходить? Чё за ебатня? Пускаем рычаг, тянем дроссель, а потом... Да ёб твою мать! В смысле нахуй? Как это проходить? Вопрос. Опускаем, тянем, дергаем. А дальше? Че за ебатня, я не пойму, а? Немного правее генератора. Блять, серьезно, вентиль надо было ёбнуть? А мне кто-нибудь об этом сказал? Капец. Охренеть просто. Алистер, генератор снова заработал. Не стрелять! Это я! Ты что-то с ней сделал? Что ты сделал? Сделал? Что я сделал? Я нашел в коридоре ее останки. Кровь. Нова? Что с ней? Я ненавижу эти кошмары. Ненавижу их! Скажи мне, что с Новой? Нет, я больше не буду слушать твою ложь. С меня хватит. Ты там замерзнешь. Ты дьявол. Я в самом деле причинил ей зло?
Нет, это Виндиго хочет, чтобы я так думал. Но теперь это уже не имеет значения. Здесь чертовски холодно. Либо я замерзну насмерть, либо меня застрелит Алистер. Эл? Стой, Эл! Алистер, здесь Нова! Алистер! Это все Эл! Да, подожди-ка. У нас шприца нету, по-моему, да? Трубка с антифризом. Это не сейчас. Да, подожди-ка. Не генератор, но надо в западной части. Можно подобрать их? Красиво нафиг. Ну-ка, скрин сделать можно? Отлично. Так. А где там крыша была? Здесь? Где-то. Так, а чё нам на крыше делать? Ну, применяй. Так, подожди. А что использовать? Вот что надо сделать. Так, подожди-ка. Так. А где там на полу валяется этот? Понятно. Погнали. Так, а теперь получится подняться? Уже почти финалочка. Так. Ага. А где у нас тут гаечные ключи? А, инструменты.
Так. Над воротами. Если ты попытаешься войти сюда, я тебя убью. Нихера он терминатор. Прости, мужик. Так, лаборатория. Так, а этой там нету, скорее всего. Тут осталось только кухня, да? Угу. Он что-то все-таки это замутил. Угу. И что тут у нас? Символы. Не понял, но надо. Первый символ. Первый, второй. Угу. Так, не пойму, что тут еще? Предохранитель, карта. А, подожди, я понял. Это у нас, по-моему, расселено. Угу. Так, второе сердце какое-то. Ага. Угу.
Окей. Так, я так понимаю, что это уже финал, да? Погнали, чё? Раз финал, так будет сейчас финалочка. Текст. Это кто? Жирный, что ли? Эл! Я знаю, что ты задумал. Я знал, что рано или поздно ты это поймешь. Поэтому вчера мне нужно было спуститься сюда. В своих снах я заглянул за завесу неба. Я увидел истину. А я вижу тут только убийство и безумие. Вендиго взял тебя под свой контроль. Он возникает благодаря злу и коварству этого мира. Мы насилуем Арктику. А что мы предлагаем взамен? Ничего. Точно так же, как и Тони Юки. Поэтому он заговорил со мной. Поэтому он избрал меня. Меня, искателя нефти. Какая ирония. Этот алтарь представляет собой кучу убитых и съеденных каннибалами людей. Как можно утверждать, что это спасет Арктику? Благодаря этим телам он обретет физическую форму. После последнего ритуала он выступит из-за завесы неба и вновь вступит на землю. Не хватает только сердца. Нет, новую я заберу с собой. Подумай, что ты делаешь. Это твой шанс спасти белых медведей. Ты говоришь об убийстве, больной ублюдок. Назад! Ну хорошо, тогда он получит мое сердце. Ты хочешь последовать за этой тварью в ад? Я всего лишь сосуд. Ты готова? Секунду. Я должна попрощаться с этим местом. Знаешь, Туле отсюда в нескольких сотнях километров. Да. По пути всякое может случиться. Ну ничего, так финалочка. Нормальная.
И музычка такая четкая в конце. Ну вот мы, в принципе, и прошли Альфа Полярис. Я надеюсь, вам, в принципе, игра понравилась. Вот. Так что всем спасибо за внимание. Спасибо, как говорится, что были с нами. Не забывайте про лайки, про репосты, рассказывать друзьям. Ну а мы будем дальше проходить интересные игрушки. Вот. Так что... До скорого, ребятки. Всем, как говорится, пока-пока. Всего хорошего.